участие в международной программе, мы выиграли определенный тендер ЕС. Я за это очень признателен нашим сотрудникам и управлению экономики и инвестиций, которые непосредственно этим занимались, и всем тем нашим подразделениям, в данном случае управлению образования, которые выступили распорядителями этих средств в отдельных, скажем так, номинациях. Вот сегодня у нас, скажем так, одна из первых ласточек уже реализации этого проекта. В целом он заключается в сумме 260 тысяч евро, то, что мы выиграли. Сейчас мы занимаемся непосредственно слоем управления образования. Сегодня у нас первое мероприятие. Порядка 500 деток получают канцелярские принадлежности и 100 форме спортивной формы.